Всем привет! Сегодня у нас планерка в записи, да, как уже объясняла. У меня темно, потому что уже совсем ночь. Так, давайте несколько важных моментов. У нас с вами стартует третья неделя пятого каталога. Неделя очень важная, надо делать новые результаты, надо не забывать о всех тех инструментах, которые у нас есть. Поэтому давайте еще раз пройдемся, да, по текущим важным моментам. Значит, смотрите, 23 апреля, да, еще раз хочу напомнить, у нас с вами бизнес-день. Что это такое? Это будет бизнес-мероприятие, да, которое начнется в 13.00, 23 апреля, это воскресенье. Начнется в 13.00, закончится в 20.00. Вот такой обещает таймлайн. Будут выступать очень крутые спикеры, будут выступать топ-состав команды, да, будет награждение с уровня 22%. Будет выступать Марс, это у нас известный ижевский фотограф, да, с темой по тому, как круто фоткать телефоном. Очень важная для нас с вами тема, да, потому что мы с вами развиваем свой личный бренд, ведем свои личные аккаунты. Так, что-то у меня тут куда-то слово «день» съехало, ну ладно, простите. Развиваем свои личные аккаунты, и красивая картинка очень важна. Люди любят глазами, поэтому это тот навык, которому надо обучаться. Дальше будет выступать Марина Магерамова с темой «О стиле для мужчин и женщин». Тоже вещь важная, потому что мы с вами так или иначе становимся личностями публичными, да, и уметь себя подавать, уметь подавать себя красиво тоже очень важно. И очень крутой спикер будет, это Наталья Майорова, территориальный директор у нас Урал Поволжье. Человек очень грамотный, будет давать тему по управлению, выпускник MBA. Ребят, кто из Ижевска? Вот на самом деле, да, мое мнение, что на таком мероприятии надо быть 100%. Офлайновые мероприятия – это другое, да, нежели послушать там вебинар или послушать видеозапись с Ютуба. Это совершенно другой заряд эмоций, да, это общение, это возможность повариться, да, что называется, вот в этой среде. Такие мероприятия нереально заряжают. То есть, вот я просто помню по себе, когда мы ездили в Снежинку, да, это вот такой тудумс, такое как бы топливо дают, вот, поэтому, кто из Ижевска, ребят, вот, я не, ну, можете обижаться, можете не обижаться, да, но я не принимаю и не понимаю, почему кто-то из вас на данное мероприятие может не пойти, вот, найдите возможность временную, найдите возможность финансовую и обязательно будьте на этом мероприятии. Поверьте, вы потом скажете спасибо, я уверена в этом. Так, я прошу прощения за печатки, просто уже ночь на всем. Вот. Дальше по дресс-коду. Дресс-код у нас будет деловой, да, это, ну, это для тех уже, кто точно идет. Дресс-код у нас деловой стиль, черно-белые тона. Билеты, часть билетов Саша, Наташа Калимулина уже забрали, и еще пару билетов я заберу на этой неделе в СПО, когда поеду забирать заказ свой. Вот, в общем-то, такие моменты. Стоимость участия та же, 500 рублей, билеты пока есть. Поэтому, ребят, не тормозите и решайтесь, пожалуйста, и идите. Дальше еще раз про новую кампанию по приглашению «Триумф успеха». Да, кампания у нас для спонсоров. О чем здесь речь? Да, речь о том, что вы можете за приглашение новых партнеров, да, получать так называемые спонсорские баллы. И на эти спонсорские баллы, на накопленные, потом заказать очень клевые, очень крутые продукты от компании. Да, там есть браслеты, там есть бьюти-кейсы, там есть шикарный набор кистей. Есть часы, ручки, ну, то есть прям клевые достаточно продукты, вот, и имеет смысл этой возможностью тоже воспользоваться. Ну, вот я кратенько тут написала, да, соответственно, какие есть
подарки за какое количество спонсорских баллов, а можно заказать несколько подарков. Да? Накопление баллов у нас идет уже с этого каталога, с 5 по 8 каталог. Да? И воспользоваться можно будет, соответственно, то есть заказать подарки на накопленные баллы с 9 по 10 каталоги. Смотреть свои накопленные баллы, их количество можно будет в информационном листе там внизу. Да? Это, соответственно, будет, как обычно бывает по различным спонсорским акциям. А спонсорский балл один у нас приравнивается к одному баллу новичка, и баллы будут удваиваться за косметические продукты из книги красоты. Там, по-моему, за исключением аксессуаров, вообще полный список тех продуктов, за которые будет идти еще удвоение баллов, можно посмотреть на сайте, прям скачать этот список. Да? Так, с этим, я надеюсь, все понятно. Пользуйтесь, пожалуйста, этой программой, не забывайте про нее, и в том числе новичкам своим рассказывайте, да, тоже о том, что такая возможность есть. Они тоже в этом могут участвовать и тоже приглашать своих партнеров. Дальше, крутущая наша акция «Масштабные путешественники». Смотрите, скорее всего, у нас немножечко еще скорректируются условия, да, по призам. Пока просто скажу еще раз, да, почему надо в этой акции участвовать. Эта акция, на самом деле, смотрите, с одной стороны, это возможность для вас, да, выиграть крутые призы, и денежные, и путевку, соответственно, при выполнении определенных условий. С другой стороны, это у нас мощный инструмент рекрутинга, да. Но этот инструмент не будет работать, если мы с вами не создадим вот эту вот волну масштабных путешественников, да, понимаете, если мы не набираем кубышку, да, то, соответственно, акция проводиться не будет. То есть здесь как бы вау-результат общий, он достигается маленьким усилием каждого человека, то есть как вообще в нашем бизнесе, да, этот принцип работает и в этой акции. Вот. И смотрите, я просто хочу, чтобы вы в этой акции, да, участвовали не по принуждению, чтобы вы не воспринимали это как там какой-то ежекаталожный побор, а вы именно понимали, зачем эта акция проводится и зачем она нужна каждому. Поймите одну простую вещь, да, что реально вот эту штуку сейчас не делает ни одна другая команда. И мы реально можем очень сильно этим выделиться. Если мы это сделаем раз, если мы это сделаем два, как бы, ну, это не будет работать. А вот если мы это сделаем 5, 8, там, 10, 20, да, раз, и это действительно будет, тогда это действительно будет мышняцкая волна. И этим можно рекрутировать. То есть тогда это действительно будет очень крутой инструмент, который вы же будете использовать при приглашении партнеров. Поэтому, ребят, я хочу до ваших мозгов достучаться, да, и очень хочу, чтобы вы все поняли, почему надо в этом участвовать. Цена участия 200 рублей, ну, это, понимаете, те деньги, которые у вас в любом случае с кошелька уйдут, и уйдут так, что вы этого даже не заметите, да, либо как бы спустить их никуда, да, либо пустить их в развитие вашего бизнеса, это тоже деньги, которые идут в развитие вашего бизнеса. Поэтому, пожалуйста, кто еще не принял желание участвовать, не изъявил, да, желание участвовать, не принял решение участвовать, еще раз переварите в своей голове, зачем это нужно, и принимайте верное решение. Вот, естественно, что обязывать вас никто не будет, у нас все делается на добровольных основах, да, вот. Но очень хочется, чтобы вы смотрели наперед и мыслили, что называется, масштабно. Да, а не одним днем и пониманием того, что, ой, надо там куда-то кому-то отдать 200 рублей. Вы не кому-то это отдаете, вы отдаете это тоже в свое развитие. Я надеюсь, что вы меня услышали. А дальше, напоминаю про акции, которые у нас действуют для новых партнеров. Участвуют у нас партнеры, которые зарегистрированы в 4-5 каталогах. Обязательное условие – это личный товарооборот на 150 баллов. И у нас две акции действуют. Да? Первая акция – это, соответственно, пригласи партнера одного, помоги ему сделать ЛТО 150 бонус баллов. Да?
и участвуя в розыгрыше супа либо коктейля на выбор. Розыгрыш через генератор случайных чисел будет проводиться. Вторая акция – это выполнить все задания интенсива для новых партнеров, которые у нас сейчас идут. Напоминаю, что срок до 20:00 вечера понедельника, 17 апреля. Эти партнеры, соответственно, да, смогут выиграть wellness pack. Розыгрыш также будет проводиться через генератор случайных чисел, если, соответственно, участников будет несколько. Выполненные задания высылаем тому спикеру, который задание давал. Угу. По маркетинг-плану Калимулиным Саши и Наташи, по ЛТО Саши Александрова, все остальные задания высылаем мне, высылаем в личку. Так, тут, думаю, тоже все понятно. Дальше еще раз хочу напомнить про конференцию Мадрид, да, что у нас с этого каталога уже стартует квалификация на золотую конференцию в Мадрид. Напоминаю, что золотой директор – это у нас директор, у которого два директора под ним. Да. Открыть нам квалификацию надо край в 14-м каталоге 2017 года, закрыть, соответственно, в через 8, 14, 15, 16, 17, 1, 2, так, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, в четвертом каталоге 18 получается. Смотрите, про Мадрид, да, более подробная информация еще будет, вот, будут печатные материалы, будут брошюрки, соответственно, да, тогда уже на следующей планерке, скорее всего, буду рассказывать подробнее, то есть там есть условия по количеству еще 22% групп, вот, то есть как это все считается и так далее, это все еще подробнее расскажу, но пока в любом случае себе предварительный план рассчитывайте, да. Так, дальше, смотрите, у нас с вами ведь завершился конгресс, да, который проходил в Москве, многие партнеры у нас ездили. Вот, я на самом деле настраиваю, что в следующем году мы с вами тоже командой отправимся, да, на это мероприятие, потому что реально, когда смотрели прямую трансляцию, очень, очень много полезной информации, да, очень много крутых спикеров, и очень хочется вот эти вот вещи слышать вживую, прочувствовать вживую, да, и на этом мероприятии быть. Соответственно, немного цифр я хочу привести, да, вот с той информацией, там, которую я сама пересмотрела. Цифры очень крутые. Говорят они на самом деле о чем? О том, что мы с вами находимся на волне, да, то есть сейчас реально тема прет, что называется. Вот, и надо здесь быть. Да, почему надо быть? Потому что, посмотрите, количество новых званий, да, новые менеджеры с 9 до 18%, 313 тысяч человек, это плюс 76%. Это данные по итогу года, да, то есть с конференции 2016 года по конференцию 17, по конгресс 2017 года. Новые старшие менеджеры 915 человек, плюс 19%. Новые директора 993 человека, плюс 97%. Понимаете? А новые бриллиантовые директора 14 человек, новые исполнительные директора 2 человека. Еще очень крутая цифра, сколько выплачено в долларах премиями за новые звания. Порядка 1,5 миллиона долларов. А о чем говорят эти цифры? Еще раз, да, подытоживаю. Эти цифры говорят о том, что компания развивается, о том, что сфера наша развивается, да, и мы с вами в нужное время и в нужном месте. Поэтому надо работать, надо делать результаты, надо делать звания, и надо попадать вот в эти цифры. Угу. Вот. И, кстати, тоже используйте при рекрутинге, да, когда говорят, что, ну, в общем, возникают у людей какие-то возражения, да, что в сетевой никто не идет, что денег здесь нет, и что заработать здесь невозможно. Вот, приводите цифры, как бы цифры и факты, они говорят сами за себя. Дальше.
что надо сделать на последней неделе периода. Да? Во-первых, если еще, соответственно, не выполнен личный товарооборот, его надо выполнить, да? Сделать ЛТО для чего? Для того, чтобы получить доход, для того, чтобы сделать уровень, для того, чтобы вырасти, соответственно, да, по уровню, делаем личный товарооборот для того, чтобы быть в квалификациях. Дальше. Помочь своим партнерам сделать то же самое, да, то есть сделать личный товарооборот, еще раз объяснить преимущества. Дальше надо связаться со всеми спящими партнерами, да, и с теми, кто в этом каталоге у нас терминируется. То есть обязательно будь это письмо, будь это звонок, будь это голосовое сообщение, обязательно связь надо держать, да. Дальше. Думающие потенциальные партнеры, да, обязательно отправить нажималки, то есть, опять же, звонок, письмо, голосовое сообщение, какие у нас есть моменты, на которые можем давить, да, это, соответственно, Болгария, у нас пятый каталог, последний по своей волне, да, включение, это старт квалификации на золотую конференцию в Мадрид. Это акценты как раз-таки на то, что сейчас наш бизнес в тренде, да, надо здесь быть, сейчас он развивается, сейчас он действительно на волне. А если люди говорят, там, завтра посмотрю на твои результаты и так далее, да, ответы очень простые. Пока человек думает, вы растете, да, человек теряет время. А когда человек говорит завтра, это, скорее всего, будет значить никогда. Вот, поэтому дожимайте, приводите те аргументы, которые будут весомы для конкретного человека, да, не надо шпарить здесь все подряд, надо подходить к рекрутингу индивидуально, подходить к рекрутингу интеллектуально и приводить именно те факты, которые будут важны для конкретного человека. А что еще делаем на этой неделе? Рекрутируем, ребят, рекрутируем до победного, потому что рекрутирование – это то, что в нашем бизнесе решает все вопросы. Вот. Ну, многие, да, по крайней мере, рекрутирование плюс сопровождение решает все вопросы. И последнее, это, соответственно, понимаете, какой вы делаете уровень и планируете уровень обязательно выше того, что был в предыдущем каталоге у вас, да, а для этого надо, соответственно, знать всю структуру, которая есть под вами, кто что делает, кто какой планирует личный товарооборот, кто какие себе ставит планы. Не забывайте, что планы надо прежде всего ставить партнерам, которые под вами. Тогда вы вырастете автоматически. Да? В нашем бизнесе работает именно такая стратегия. И несколько мыслей в завершении. Я прям коротюсенько сегодня, да, не отвлекаясь на чаты и все прочее, поэтому все очень в таком быстром режиме. Ну, оно и лучше, наверное. Несколько мыслей напоследок, да, так, скажем так, вдохновленная речами Гандапаса, да, и последними там выступлениями и конгресса. Помните, что человек управляет своим сознанием, и наше сознание, оно может все. Поэтому держите, пожалуйста, правильные мысли в своей голове, держите большие результаты в своей голове. Ну и, конечно, обязательно делайте. И результат он обязательно будет. Еще одна мысль. Чтобы достичь результата в жизни, да, нам приходится делать то, что нам делать сложно, то, что нам делать неохота. Другое дело, что люди успешные делают то, что нужно делать с энтузиазмом. Они делают это осознанно. Да, они понимают, зачем это и какой... к какому результату они придут. Давайте мы с вами все будем людьми, которые делают не из-под палки, да, то, что нужно, а которые делают то, что нужно, потому что понимают, зачем. И делают это весело, бодро, легко и достигают результата. Дальше. Фокусируйтесь на тех партнеров, да, у кого правильная стратегия жизни. Не стратегия жизни меня все устраивает, да, а стратегия жизни я всегда хочу больше. Потому что когда человека все устраивает, это начальная точка деградации. Вот так вот. Понимаете это. Поэтому думайте, какие вам нужны партнеры. Вам нужны партнеры, которые вас будут тянуть назад,
или вам нужны партнеры, которые вас будут выпихивать вверх и вперед. Ну и последнее. Такое понятие, как окно возможностей, да, его как раз Гандапас транслирует. Это, ну скажем так, та самая волна, да, та самая волна, когда сходятся звезды, когда мы оказываемся в нужное время и в нужном месте, когда тот самый период, когда надо стартовать, так вот сейчас мы в сетевом бизнесе попадаем как раз в то самое окно возможностей, да, когда бизнес на подъеме, когда в бизнесе есть крутые лидеры, у которых можно учиться, да, есть крутые наставники, и когда вы оказались здесь. Поэтому не упускайте свое окно возможностей, пока оно открыто. Прыгайте в него и попадайте в этот большой мир сетевого бизнеса с огромными-огромными возможностями. Все, ребят, я всем желаю продуктивной недели, я всем желаю новых уровней, и я бесконечно верю в каждого из вас. Я знаю, что вы крутые, и вы достойны того, чтобы быть как минимум бриллиантами.